Русские панты, показавшая богатую жизнь Рудковская, получила за хвастовство. Знаменитость в очередной раз дала недоброжелателям повод для зависти. Яна Рудковская дразнит подписчиков атрибутами роскошной жизни. В личном инстаграм музыкальный продюсер который день публикует снимки, заставляющие интернет-обывателей испытывать негативные эмоции. На них Яна Рудковская запечатлена на фоне роскошного особняка в дорогих нарядах, рядом с шикарными авто. Некоторые обыватели на подобные кадры реагируют неодобрительно. Пользователи сети называют это хвастовством и считают признаком недалекого ума. У нашей Николь Кидман есть личный самолет, и она никогда не выставляет на показ. Я уже не говорю о ее шикарной коллекции авто в гараже. И что так мелко? Всего лишь Porsche. Я понимаю, если Audi R8. А это русские понты. Сравнила Яну Рудковскую с голливудской актрисой-подписчицей. Публикация фотографий из Instagram. Отметим, были и те, кто сдержанно реагировал на яркие посты продюсера, отмечая, мол, это всего лишь реклама. Обсуждение внешнего вида знаменитости им больше пришлось по нраву. Честно, мне не нравится, слишком коротко, вам не идет. Зачем все это? Для разговоров. Зачем? Детский сад, штаны на лямках. И не молодая, и ноги какие. То слишком тощие, сухие, мне не нравится ее странная поза. За ногами даже машину не разглядел. Огонь! Сразу видно, кто реально в зале занимается. Самое шикарное на это фото ножки Яны. Рассуждали подписчики Яны Рудковской. Публикация фотографий из Instagram. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Мерзликин убит ужасной трагедией. Панайотов высказался о совместном ребенке с Успенским. Зачем показывать ребра? Исхудавшая Бузова напугала народ. Ничего святого. Истеричный Лукашенко устроил жуткий скандал на Валааме. Алибасов о сексе с Федосеевой Шукшиной. У меня как встало все, так и стоит, не падает. И многое другое.